О том, как работает новая система по контролю за алкоголем, читайте и в свежем выпуске «Северного рабочего» за четверг. А мы продолжаем. Памятник нашим землякам, бойцам Великой Отечественной войны, которые ушли на фронт из Молотовска, установили на станции Осуга Ржевского района. Лыжный батальон отправился защищать родину в 1941-м. В январе 42-го на подступах к станции почти все погибли. Памятный знак сельчане установили за свой счет. В селе Осуга в Ржевской области установлен памятник бойцам 83-го отдельного лыжного батальона из республики Коми, Архангельской и Вологодских областей. 70% бойцов батальона составляли уроженцы Молотовска. Решение привести в порядок братские захоронения приняли местные жители. И местные жители, они как бы уже многие побывали на этом памятнике, да если даже не все. И вечерние прогулки местных жителей, они обязательно стали проходить мимо этого памятника, то есть они заходят, смотрят, что изменилось, как изменилось, чем можно помочь. В селе продолжаются работы по облагораживанию территории, разрушенного немцами железнодорожного вокзала. Именно там находится памятный знак. Подвиг наших солдат не забыт.